Всем салют! Сегодня мы на Трипаловской горе. Лёха, я, ферма, гора. У Лёхи новая шерка практически после ремонта. Будем проверять, как она будет заезжать эту гору. Так, сегодня мы попробуем. Тут кто-то даже ездил уже. Или это мы? Это очень много интересных элементов. Фермеры, колхозники и зрители фан-база наша. Короче, едешь по льду. Хуясь. Сразу учитывай. И полезшее падение очень больно. Падаешь, как будто бы на асфальт. На зам... Едешь не по льду? Хорошо вошел. Да. Заехал. Да, посередине такая, нормально. С этой траектории все не ясно. Надо ехать вот так. Да. На елочке. Угу. Потому что здесь не заедет. Бум-бум. Ну все, заехали, новой траектории ищем. Не, ну по факту так и есть. Все. Ну да. Надо вот там, как раньше, проезжали, потом. Попробовать ту подняться, потом как-то вокруг тут покрутиться, и надо будет ехать уже. Смотри, сейчас. Вот там прикольная горка. Ну. Очень. Тут надо работать сцеплением, а газ держать. Налево и туда вперед. Ну что скажешь? Вот нам надо переставляться. На березу, типа, да, левее, куда-то туда. Не такая простая, как кажется, с этими уклонами. Yeah.
Ну ёб твою мать, газ ты открытий не! Давай, Шерка, стоп! Зрите на чистый мод. Я его не мыл. Я его не мыл. Значит, не так. Кто эту катушку эту закрепить как-то? Я попробовал, она просунулась. Ты уже распилили. Какие-то кирпичи или камни, чтобы закрепить. Колеса. Что тебе колеса? Поедешь? Что-то их страшно. Что ты там сам себе страх нагнал? Два раза, блядь. Пару раз переехал, пару раз ёбнулся. И теперь, блядь, боюсь их. Слишком. Она на плоскости лежит. Этим. Подвешивать? Бревна тонкие. А не, бак снимать не надо. Продуло, блядь, как будто заболело. Серьезно, ты когда едешь на мотоцикле, допустим, 10 градусов на улице, ну. Есть таблица, какие ощущения? Ощущение будет как ноль. Да. Реанимировали Шерку. Поедет Лёша показывать скайп. Свечку залила.